Начинаем эксперимент. Включаем. Значит, это у нас индукционка. Это две катушки. Чайник, лампа. Здесь у меня идет ТДКС. Разведник. Включаем. Так, индукционка включается. Убираем. Нагрузку. Не нагрузку, а напряжение. Все горит, все светится, все нормально. А вот теперь мы будем подключать нашу параллельную катушку. Внимание, ребята. Немножко страшновато. О, смотрим. Вот такой эффект. Ну, не знаю. По-моему, достаточно широкая и здоровенная. Мне аж мурашки ползут, ребята. Всё, заканчиваю. Потому что я немного трусиха. Заряд очень сильный. Так что всего хорошего. Пробуйте, все получится. Пока. Удачи.